Саня сейчас заснимет тебя. Сами, Саня. Я туда едешь, да, блядь. Ваня, а ты что здесь будешь? Боковые нужны. Картишки. Антон! Антон! Иди! Иди, сейчас тебе в рыцаре будем. А кто восьмой? Не помните? Чех. Антоха. Андрюш! Опа, Андрюша Джуз. Андрюша! Просто сегодня в футбол. Привет. А сегодня Джейка проиграли? Они уже выиграли 5-0. Что у них там? Сразу очко у них? Да. Россия выиграла. Антох. Мне тоже прижали. Вы тебе машины с Рудиком переоденете? Да. Агент приедет. Там все. Все тут, да? Так, кто еще заказывает? Десятый еще? Это моя, брат. Брат, посмотри, там может... 70-й может? А, все, все, правильно. А что, там, все, Сань, можешь не снимать, я брат, я больше не помню. А, Владусик! Хорош, брат. Андрей, померяй, твой размер? Да, да, я... Ребята, как вам форма новая? Нормально. Что нравится мне? Дизайн же прекрасный. Прекрасный? И все, больше ничего? Ничего. Саш, ну а тебе что в форме нравится? Ну что тебе в форме нравится? Комфорт. Андрей! А давай, дышится как мне? Прекрасно. Хорошо. Ну а тебе как форма новая? Отлично. Отлично, что нравится? Нравится эмблема. Оттенки цвета. И все? Ну и конечно же идет форма. Будем выигрывать. Ребят, ну как вам новая форма? Форма как вам новая? Нравится? Отлично. А что нравится в ней? Все полностью. Ну то есть эту зону надо снимать и сразу просить. Пацаны, давай до конца. Надо показать, что мы хозяева, и нам надо этот матч выиграть. Им тоже надо, ну покажите с первых минут. Слева в защите. Так, слева в защите. Давай Славик. Славик. Справа Чех. Полузащите. Север, боже. Один Рома. Нет, подожди. А потом в полузащите Рома придет. И Нарик. В полузащите. В центре Аганес Лёва. Нападение с Андрей и Антон. Все, все давай, давай, давайте, пацаны, давайте. Давай, 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 давай. Оля. Давай, пацаны. Все, заканчивай. Не прохожу. Нарик. А ты что? Команды готовы? Готовы. Удачной игры, быстро. Команда детей наш. Привет! Поворачиваемся. Капитаны, подходим, пожалуйста. Давай. Мяч в ворота. Ваше начало удачной игры. Все, бегите, малыши. Ваша миссия выполнена. Казана И. Cause I'm the E. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. We'll be right back.
cause I'm the E. Cause I'm the E. Ain't no thing. In the 6-4 with the 6-4 gangsta lean. The 6-4 with the gangsta lean. Cause 6-4 with the gangsta lean. 6-4 with the gangsta lean. The 6-4 with the 6-4 gangsta lean. The 6-4 with the gangsta lean. 6-4 with the. I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Cause I'm the. Валя, да питьевая? Не дождевая. Себе пьем, это дождевая питьевая. Углекислота. Батя попил. А я вам уже торнадо. Забьете? Здорово! Здрасте. Все здорово. Доигрывайте. Но вот смотри, аут, угловой, сразу, у них штрафной, сразу надо включаться в игру. Вы стоите, так летаете где-то. Нужно сразу, пацаны. Пока мы впереди не зацепили за мяч, центр вообще не начал. Лёв, когда выбивают, когда выбивают, становитесь уже, чтобы получить мяч. Когда, от наших ворот. Да. Когда они, пацаны, надо выигрывать борьбу, мы не выигрываем. Боба выигрывает, а мы нет. Аут, угловой, надо сразу, давай, пацаны, бей поворотом, лёг. И вот эти передачи, которые я просил тебя, брат, там длинные, там Антон побежал. Брат, знаешь, какие передачи? Показать, дай мяч, я покажу. Cause I'm the E. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Нет, это не то.
Лёва, поляна, где? Вот, хотелось бы поблагодарить нашу команду ФК Одиссей, Алексеевское сельское поселение, с победой малого кубка. Матч был очень трудный с Бекирсанова. Мы выиграли 2-1, но ребята были очень сильные, соперник очень хороший. Да и у нас команда очень сильная. Ребятам всем отдельно спасибо за мужество, за бой. Вот, хотим поздравить Бородавку Артема Владимировича за помощь, спонсорстве магазина «Пена». Это вот, главу поселения Юлию Елену Владимировну Немашкалову за то, что помогает, поддерживает футбол в Алексеевке. Его долго не было. Вот, благодаря Серебрянскому Николаю, тренеру нашему, футбол здесь возобновился и довольно-таки хорошо выступает. В чемпионате неплохо. Вот. Ну и за форму, конечно, отдельное большое спасибо. Вот новая форма сегодня получили, играли первый раз. Вот. Кафе «Дубрава», Юлия, спасибо большое.